Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам рассказать о том, как прошла наша вторая встреча в модельном агентстве, за что мы, сколько мы денег потратили, за что взяли и что мы должны были сделать. Итак, в первую очередь, мы когда пришли, нам выдали менеджера Нина ее зовут. Не знаю, откуда она, но ее зовут Нина Лубарда. Итак, она нам дала домашнее задание. Это все правила, это все, что ребенок обязан, как себя должен вести. Ни в коем случае не опаздывать, быть пунктуальным. Вы лицо компании, и вы должны обязательно приходить вовремя. Если вы, может быть, там уезжаете в Молдавию на месяц, вы обязательно должны вовремя, заранее предупредить агентство, чтобы вас сняли с этого сайта ихнего, да, лицо вашего ребенка, да, я имею в виду фотографию. Вот, когда вы приедете обратно, мы снова ее выставим, так что вы должны обязательно об этом сообщать заранее. Вот, ребенок должен приходить на съемки с мамой или с папой, ни друзей, никого других. В сезон, когда сезон очень занятый, могут быть от 3 до 5 заказов в неделю. Оплата идет обычно от $100 до $125 за час, но это все в зависимости от того, как... Ну, это обычные, которые почти там каждую неделю, да. Обычно съемки проходят за 3-4 часа и больше, бывает и меньше. Вот, вас могут вызвать на рекламировать очень известные бренды одежды, да, детской одежды. Может быть реклама, фильм или клип, или для плаката магазина или города. Вот, вы должны быть готовы обязательно. Если мы подписали контракт, значит, мы обязаны, просто нам позвонили, в любое время могут позвонить, сказать: приезжайте. Нам сказали, что так как у нас были обычные фотографии, нам нужно обязательно сделать книгу для ребенка с фотографиями, бук, они так называют ее. Нам сказали, что вы должны обязательно сделать пакет. Вы должны выбрать одно из трех пакетов, как для того, чтобы мы подготовили стилиста, фотографа и смогли сфотографировать ребенка и предлагать разным нашим магазинам известным в Нью-Йорке и в Милане, и там они работают там со всеми вообще. Вот, и с Парижем, и с Миланом. Вот, я нашла. Итак, тут есть какая-то информация личная, так что я могу вам показать, по-моему, расскажу. Итак, первый пакет. Это для малышей, там, до 2 лет, наверное, до годика. До годика, мне кажется, идет $250. Это входит 2 фотографии, премиум веб-сайт, он будет еще в эту стоимость входит он будет на веб-сайте в Фейсбуке New York City Future Face. Вот, $250. Итак, следующий пакет, это у нас идет Silver Package, $450. Это входит 10 фотографий премиум на этом Фейсбуке, тоже Future Face New York City веб-сайт, 10 онлайн pictures free of charge, 5 premium edit photo print on premium glass in large size, 3 different fashionable looks, как бы она будет в 3 разных стилях, да, сфотографирована, 3 разных including styling of clothes, как бы, и одежда, естественно, да, как будто помимо, что она в одной фотографии будет улыбаться, в другой как бы будет хмурой, в третьей там прыгает, и помимо этого еще как бы будет разная одежда, как бы, одна такая, как
каком платье, другие там спортивные, третьи, там, не знаю, классика. Вот. Это $450. Так, $650 gold package. Идет 15 фотографий future on premium. 15 online pictures updated free of charge. Charge 10 premium edit photo. Тут уже 5 different fashionable look. 5. Мы выбрали. Ну, короче, тут в 5 разных стилях ребенок будет сфотографирован. Какой-то e-card view, multiple casting networks. Вот. Дальше platinum package. $950. Фото. Futures, ну, на веб-сайте будет ребенок. Online pictures that free your chairs. Тут будет 7 different fashionable looks. 7 разных стилях будет сфотографирован ребенок. Вот. У нас для своей книжки, да, которая будет просматривать каждый там это бренд разных одежд. Да. Потом портфолио, в портфолио будет 48 фотографий, костюм CD, там, топ спот, гарантия, спот и топ 3 модель пейдж. Короче, входит в этот платинум пакетч с $950, куча всего, которое действительно вашего ребенка все усмеют рассмотреть и вызвать на какую-то фотосъемку, да? Мы вообще были в растерянности, потому что мы не были готовы что-то уплатить, да, и поэтому мы выбрали за $450 Silver Package и сказали, что могли бы мы через 3 недели как бы перейти на 450, на 950 Platinum Package. Она сказала, да, конечно, 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 давайте в эту субботу вы приезжаете, одежду мы предоставим. Вы только должны взять обувь с собой, где-то 3-4 разных, там, летние, зимние, там, да, кроссовки с собой взять, а все остальное мы предоставляем. И вот так. У вас будет возможность, как вы говорите, через 2-3 недели приедете, мы доделаем все, что нужно, то, что входит в Platinum Package, и за $950, и вы перейдете на этот первый пакет. Там, как бы, понимаете, наш Silver Package $450, нас фирма увидит только в некоторых, только у нас будут 10 книжек, которые они будут предоставлены, например, в Benetton, тому. А в Platinum Package там идет вообще все магазины бренда дорогие. У них у всех на столе будет книжка нашей дочери. И, ну, и остальные, кто расплатился такой стоимости, да. Вот, поэтому мы так подумали, думаем, так, ладно. Перейдем мы на первый пакет, самый дорогой, как бы через 2-3 недели, когда у нас будет возможность. Вот. Поэтому нам дали бумаги, что мы должны обязательно пойти прямо сейчас в банк, открыть счет. Конечно, что нужно было брать с собой, как бы, и мы взяли, естественно, это документы нашего ребенка, да, у нас был грин-карт, мы взяли грин-карт, social security, это личный номер ребенка, который имеет право работать, да, тут такие правила, вот, разрешение на работу, вот, и что еще, и, в принципе, все. И нас послали в банк, мы открыли ей личный счет. Итак, там было написано так, менеджер сказал так, что вы имеете право с этого счета брать 85%, остальные 15% ребенку, когда исполнится 18 лет, тогда он будет иметь право распоряжаться этими деньгами, и только он, этот ребенок, да? Классно, это хорошо, потому что ребенок вырастет, там будут свои деньги для колледжа, в хороший университет поступить, да, как бы купить машину себе, как бы все необходимое, что нужно в Нью-Йорке, да, он сможет это сделать. Вот. Открыли мы счет в банке, и нам она дала. Это все очень быстро происходит, за 5 минут.
открыли счет, там поставили $25, как бы, чтобы было, потому что просто пустой он не должен быть. Вот, потом она нам дала, что она нам дала? Так, разрешение аппликации, разрешение на работу ребенка, да, такого-то ребенка. Вот, тут вся информация о нас, о нашей дочери. Она нам выдала бумажку, что мы имеем право работать 15 дней. С этой бумажкой через 15 дней истекает сроки. Вы должны обязательно пойти и пройти у своего врача то, что ваш ребенок вполне здоров и может работать, да. Такая-то подпись, там одно, второе. Потом вы должны обязательно пойти в школу и разрешение школы должна быть, то, что ваш директор и директор вашей школы, вашего ребенка школы и учительница разрешает вам прогуливать, когда вы должны будете приходить на фотосъемки. Вот. Все это нужно собрать и обязательно передать. Мы передадим в Албани, потому что Албани тут рядом с нами. Они нам потом должны выслать карточку, то, что да, все хорошо, все документы проверены, школе разрешили. Врач сказал, что ребенок здоров, значит, она имеет полное право работать. Вот, и ты начинаешь работать. Если у вас есть заказы, конечно. Она нам показала всех детишек, которые они брали до этого, которые уже работают. В каких фирмах они работают, где они участвовали, где они в Оскаре тоже. Короче, не знаю, ну много всего, много чего интересного, много всего классного, но я надеюсь, мы будем успевать. А, еще одно очень сильно мне не понравилось, как бы одно из... В контракте было написано, что... Например, вас взял Беннетон, да, на фотосъемку, они не сразу оплачивают за фотосессию. Они имеют право оплатить за ваши за то, что вас взяли, да, на эту фотосессию в течение 90 дней, в течение 3 месяца. Нам очень-очень сильно нам это не понравилось, потому что, блин, как так? Ну ладно, неделя, ну две, ну не 3 месяца. Это вообще. Не знаю, честно говоря, посмотрим, как все это будет. Ну, как бы я читала отзывы, родители оставляют отзывы о своих детей, которые работают у них в агентстве. Очень довольны, очень такие все. Ну, одним словом, посмотрим. Как пройдет фотосессия, я постараюсь там заснять все и показать вам тоже. И если будут вопросы, задавайте. До скорых встреч. Пока-пока.